Краснознаменная вторая часть. Сегодня днем поступил вызов, что горит лаборатория химинститута. Мы прибыли, поставили лестницу трехколенку, залезли, включились в аппараты и за 20 минут потушили пожар. Все, спасибо. Сегодня произошло такое чрезвычайное происшествие. Я думаю, что оно поправимое. Дело в том, что утром в 8 утра один из наших сотрудников пришел для того, чтобы подготовиться к будущим лабораторным работам, поставил систему специальную перегонную на обогрев. И так случилось, что эта система лопнула. Она из стекла, тонкого стекла, и поэтому она лопнула, и все это вспыхнуло. Естественно, что погасить оказалось не так просто это все, и поэтому почему? Потому что было задымление, и, ну и наш коллега, в общем-то, не смог это сделать, не смог погасить это разгорание. Но благодаря вот тому, что приехали наши спасатели, спасибо им большое за то, что они есть у нас. И все очень оперативно было сделано, погашено. Единственный момент, что студентов на это время не было. Студенты у нас в 9:30 начинают занятия. Но хотелось так, что всегда так. Приходит сначала обслуживающий персонал, они делают свое дело, готовятся к занятиям, поскольку это факультет органической химии. И естественно, что здесь это типичные химические лаборатории. Ими нужно заниматься предварительно, перед тем, пока не появятся студенты. Студенты пришли вовремя на занятия.